знаете компанию Caterpillar? Да, именно ту, которая делает экскаваторы и ботинки. У них еще есть бронебойные телефоны. И они не всегда были интересны в силу своей обыкновенности. Но в этом году компания действительно удивила. А удивила первым в мире телефоном с тепловизором Cat S60. Новинка имеет достаточно необычный дизайн и создана явно для бруталов и ремонтников высоток, потому что яйца должны быть стальными. Вряд ли вы видели бизнесмена или гика с устройством от Caterpillar. Итак, что умеет S60? Телефон не боится падений с высоты до 1,8 метра, а также погружения в воду до 5 метров на 1 час. Такое будет покруче IP68, обозначает стандарт как 810G. Военная терминология пошла. Корпус сделан из ударопрочного текстурированного пластика, по краям его облегает металлическая рамка. Кнопки управления устройством механические, на боковой грани защищенный микро-USB и кнопка SOS, а выше желтая клавиша для включения термальной камеры и простая кнопка питания. С этой стороны находится и джек 3.5 под заглушкой. Спереди есть защелки для переключения на 2,5 метров, это для погружения в воду. Если опускаем на 5 метров, то необходимо щелкнуть, заглушка закроет динамики. Сзади есть прикольная дверка около камеры, под ней разъем для двух нано-сим-карт и карточки microSD. Кроме того, экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 4, под ним находится дисплей диагональю 4,7 дюйма с HD-разрешением. Матрица AHVA — это практически полный аналог IPS, просто, скорее всего, дешевле в производстве. Но главная фишка — яркость. Дисплей действительно очень яркий — 540 нит. Внутри здесь 6-й Android голый, работа не идеальная, но нормальная, по крайней мере висюков нет. Работает S60 на среднебюджетном Snapdragon 617, имеет 3 гига оперативной памяти и 32 встроенной. Кроме того, внутри установлена батарея на 3800 мАч, есть и быстрая зарядка, 60% за 30 минут. В плане характеристик это бюджетник с объемной батареей. Ну и главное, камеры. Основная имеет разрешение 13 мегапикселей, она не топовая, но нужна для немного других целей. Она работает в паре с тепловизором. Вторая камера как раз инфракрасная, поставщиком является компания Clear One. Эти ребята уже делали чехол для iPhone с подобной камерой. Итак, разрешение сенсора тепловизора всего 80 на 60 пикселей. Вроде мало, но благодаря 13-мегапиксельному сенсору и работе в паре, инженерам удалось увеличить разрешение до 640 на 480 пикселей. Кроме того, в настройках приложения можно делать наложение обычной картинки на тепловую. Можно записывать и видео, и делать фотографии. Более того, камера Cat S60 измеряет температуру поверхности на расстоянии 15-30 метров и может видеть даже через дым. Еще один классный пример работы — кладем руку на стол, убираем, а сенсор продолжает улавливать тепло от руки, оставшейся на поверхности. Конечно, в таком режиме долго смартфон не протянет, батарея тает в несколько раз быстрее. В приложении можно узнавать температуру любой области на экране, и даже если сделать фото, можно потом по фото узнать, где какая была температура. Погрешность у тепловизора всего 1-2 градуса по Фаренгейту. Поэтому такую камеру можно использовать даже в профессиональной деятельности. Например, спасателям такое пригодится, обнаружение тепла в листве или в работах, связанных с тепловыми сетями, где есть перегревы смотреть. Единственное, где нельзя использовать S60, так это на огнеопасных объектах, у него нет сертификации ATEX. Сколько же стоит S60? Всего $600 в США и 650 евро в странах Европы. Кстати, скорее всего, устройство будет продаваться и в России. С одной стороны, кажется, что недешево, но на самом деле это просто халява. Самый дешевый тепловизор отдельно будет стоить примерно столько же, а тут он в телефоне. Так что для всех причастных S60 может стать настоящим бестселлером. Покажите обзор любому из гаража или ремонтной бригады, и вам немедленно прилетит «Дайте 2».